Поясните, пожалуйста, вроде бы не дома, да, будет отбывать домашний арест? Не по месту регистрации, скажем так, не по месту совершения преступления, в другом месте. А как вот это объяснили? Ну, скажем так, есть другое место, где это может в данном случае подозреваемый находиться. И рядом, в другом месте это все будет происходить, отбывание домашнего ареста. А домашний арест на два месяца, да? Да. Mm-hmm.